Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Мы продолжаем наши сборы, закупки для кемпинга. Сегодня мы заехали сейчас в Walmart. Сейчас посмотрим, что здесь можно прикупить, чтобы взять с собой. Ну, я, конечно, беру вас с собой. Ну, кто смотрел мои предыдущие видео, когда мы ездили в Walmart, у них тут подземные гаражи, они тут все, стройка проходит. Как я понимаю, они фундамент пытаются обновить и где-то там починить. Вот, ну вот мы сейчас попробуем подъехать с той стороны, где сам Walmart находится, потому что это общая плаза. Здесь много разных магазинов. Вон, видите, стрелочка Walmart направо, но здесь, видите, закрыто, они тут что-то строят. В общем, придется сейчас отсюда выезжать и попробовать заехать с другой стороны. Ну вот в этом молле у них двойной подземный гараж, два уровня. Плюс у них наверху на улице огромная парковка. То есть тут места очень много достаточно. Ну вот, кто живет в Торонто, если пользуется этим Walmart, вот Walmart сейчас хочет, Walmart, наверное, хочет сделать свои парковочные места платными. Ну, не знаю, сколько у них тут клиентов, конечно, появится, но будет видно. Пока еще не сделали, но читала в новостях, что планируют. Но мы вот проехали полностью весь гараж в другую сторону. Вот тут есть другой въезд. В общем, отсюда будем сейчас заезжать на самый нижний уровень, чтобы попасть в Walmart. У нас впереди белая стена, как вы видите, это вот закрытое место, где мы пытались повернуть, когда съехали в первый раз, но закрыто. Ну, в принципе, достаточно мест, парковаться можно везде. Ну вот мы тут припарковались, потом смотрим, что хозяин этой машины так стал, что он в принципе не выйдет, потому что мы его, получается, заблокируем, что он стал наполовину, машина у него уперлась к вот этой вот белой стенке, где происходит стройка, то есть пришлось нам перепарковаться, ну, чтобы человек мог выехать. Ну вот все, мы уже припарковались, сейчас уже пойдем в Walmart, там буквально нам пару вещей надо взять, но их самое главное их найти. Мы в Walmart часто не бываем, в принципе достаточно редко, поэтому сейчас посмотрим, как это все будет выглядеть, как быстро мы это найдем, если вообще найдем. Ну вот, сейчас посмотри, как этот Porsche припарковался. Если мы сзади его, конечно, стали, он бы даже вперед не смог выехать, то есть ему бы пришлось или ждать нас, пока мы придем, чтобы машина отодвинуть, ну или таранить стену.
Ну, вот этот Walmart тоже два этажа у него. Они тут, конечно, все переносят, в общем, меняют вниз, вверх, вверх, вниз. Вот. Но мы в основном, у нас фокус идет на продукты, поэтому продукты у них находятся наверху. Ну, и вот мы сейчас туда будем направляться. Ну вот, мы приехали достаточно рано, людей еще не так много. Обычно бывает в Walmart, особенно на выходных, очень много людей. Вот, но нас пока пронесло. Ну вот, этот Walmart большой, у них эскалатор есть вниз-вверх, у них есть лифт для инвалидов или для матерей с колясками, чтобы было легче передвигаться между этажами. У них внутри здесь есть же Макдональдс, если кто-то, ну, в принципе, для детей, скажем так, перекусить. Ну и, в общем, всякая-всякая всячина. Мы сейчас пришли на первый этаж. И сейчас, наверное, пойдем возьмем бананы. Вот что мы заметили, в Walmart обычно бывают самые сладкие бананы. Ну, не всегда, но большую часть. Ну, как видите, бананы оказались такие спелые, желтенькие. Нету даже таких коричневых точек на них. Ну, сейчас возьмем побольше. Часть пойдет, конечно, мы съедим до того, как поедем. А часть мы с собой заберем. В общем, одним словом, они никогда не пропадают. Ну вот, мы взяли достаточно много связок. Обычно мы так не берем, но в связи с нашей будущей поездкой мы затарились. Вот в прошлом видео мы ходили в магазин. Я, конечно, совсем забыла про масло. Сейчас посмотрю в Walmart, что за цены. Для сравнения, в тот магазин мы все равно поедем докупить продукты. Ну, просто смотрим, где лучше взять, здесь или там. Ну вот сейчас возьмем шоколад. Должна сказать, вот в Walmart их же бренд. Шоколад совсем неплохой. Вот, вот этот вот оранж, ну это с привкусом апельсина, очень вкусный. Ну, конечно, я взяла себе с орешками тоже. Я орешки люблю. Ну вот, должна признать, вот шоколад здесь, ну, совсем неплохой. Ну а цена, вы сами видите, всего доллар стоит.
Ну, вот сейчас хожу по секциям, пытаюсь найти, где что лежит. С магазином я не знакома. Вот, нашли мы эти гранола. А мюсли, шоколадки, вот я тогда переводила, называется. Но это все пойдет для нашего похода. Предыдущие, которые мы покупали, мы их, конечно, все съели. То есть они не дождались своей поездки. Поэтому пришлось сейчас брать еще. Вот. Ну, мы взяли несколько разных вариантов. Один покрытый шоколадом, другой с орешками. Ну, и один взяли, значит, сладко-соленый, называется, наверное, как-то так на русском. Ну, в общем, разные, скажем так. Ну, как видите, у них там разный вкус, разных вкусов много, поэтому все, конечно, брать не будем, но возьмем пару упаковок, наверное, штучки три, на всякий случай, там разных, чтобы в дорогу было что-то перекусить, у нас дорога будет очень длинная, вот, ну, и чтобы там было на кемпинг, там, если чай попить или еще что-то такое, в общем, сладенькое надо обязательно, чтобы было с собой. Ну, вот сейчас мы зашли в другую секцию, сейчас у них смотрим что-нибудь, что можно быстро приготовить, гарнир какой-нибудь. Вот у них тут есть акция какая-то, сейчас посмотрим, если здесь можно что-нибудь выбрать с собой. Ну вот я вот это вот никогда не брала, поэтому, честно говоря, не знаю, как оно будет на вкус. В общем, выбор большой, опять-таки разных тут всего. Вот, ну сейчас попытаюсь что-нибудь такое самое среднее, без каких-либо таких супер добавок. Сначала решила взять сыр и брокколи, но что-то потом, думаю, брокколи и сыр, как-то комбинация такая странная, может быть, не очень вкусная. Поэтому взяла попроще. Взяла просто масло и специи разные. Ну, травы, наверное, больше будет. Ну, и взяла, значит, стандартную это фетучини Альфредо. Такая паста, в общем, в молочном соусе. Ну, и сейчас попробую все-таки найти этот рис, который я до этого брала на кемпинг с собой. Он был такой неплохой. Что-то я хожу, брожу. Думала, будет в этом отделе, но что-то пока я вот не вижу. Uncle Ben's есть, а вот именно другого бренда, который я брала, почему-то не вижу. Ну, можно сказать, я круг сделала, прошлась туда-обратно, но чего-то не увидев, что в этой секции у них только все, что связано, там, макаронные изделия, разные паста, быстрое приготовление, ну, а вот что-то с рисом не могу найти. В общем, ходила-бродила, смотрела-искала, потом плюнула на это неблагодарное дело искать так долго. Ну и, в общем, думаю, две пасты вот мы взяли, думаю, будет достаточно.
Но так как почти все супермаркеты уже не продают пластиковые кульки, пришлось взять вот эти вот мелкие, чтобы положить. У нас, в принципе, с собой много нету. А мы что-то забыли взять с собой сумку, куда все сложить. Поэтому пришлось взять пару таких кулечков. Ну вот мы спускаемся опять вниз, там же все заплатим. Наверху у них обычно кассиры, а внизу у них уже вот стоят такие, что ты сам пробиваешь кассы. Вот, но так как мы припарковались в самом низу, поэтому нам здесь будет удобнее за все заплатить, сразу выйти на парковку. Ну, просто подытожить, мы взяли кучу бананов, мы взяли 3 упаковки эти мюсли шоколадки с собой, взяли 2 упаковки разных спагетти, ну и взяли много тоже шоколадок, то есть, по-моему, 4 со вкусом апельсина, ну и, по-моему, 1 или 2 с орешками. Ну, в принципе, все. Ну вот, осталось за самым малым, заплатить за все, ну и идти к машине. Ну вот, за все заплатили $23.11, ну там, туда включились налоги, конечно, на шоколад и это все. Ну вот на этом, конечно, наша поездка не заканчивается. Это только первый магазин. У нас по плану еще 2. Вот, поэтому с Walmart мы закончили. Сейчас будем направляться к другому магазину. Ну вот, выезжаем откуда и заехали. Сейчас, ну здесь сразу рядом есть выставочная, но через весь подземный гараж ехать. Ну, как бы так лучше на свежий воздух, потому что здесь очень пыльно, дышать вообще нечем. То есть воздух не проходит, не проветривается. Ну вот, мы уже доехали до следующего магазина. Сейчас мы поехали в продуктовый магазин No Frills. Ну, попытаемся прикупить то, что не успели в прошлый раз, потому что, в принципе, то ли не довезли, то ли разобрали, в общем, непонятно.
Ну вот сам факт, что полки были в тот день пустые. Ну, конечно же, я прямым ходом иду к клубнике. Надо будет взять ее. Мы давно клубничку не ели. Ну вот, плюс планирую еще с собой взять, то есть в дорогу, чтобы что-нибудь, ну, как покушать, скажем так. Ну вот, появились у них баклажаны наконец-то. Вот в предыдущий день мы ходили, не было. Тоже это для похода с собой. Мне кажется, все, что бы ты на костре не делал, все намного вкуснее, чем просто, скажем так, на сковородке или в духовке. Ну, сейчас пойду посмотрю, если, может, у нее завезли вот эти вот колбаски, которые я хотела их с собой в поход купить. Вот, сейчас посмотрю, если они есть. Ну вот в итоге, вот которые вот я смотрела, их почему-то нету. Другие разные есть, ну а этих вот непосредственно нету. Ну да ладно, что теперь нету, так нету. Обойдемся и без них. Ну вот в этой секции у них масло продается. Сейчас пойду возьму масло здесь тоже. А то что-то похватилось поздно. Смотрю, масла мало. Пришлось сейчас тоже взять его по-быстренькому. Ну вот мы обычно берем и пользуемся рапсовым маслом. Вот в данный момент мы его сейчас тоже возьмем. Ну вот все, как видите, тоже пару вещей буквально взяли. Сейчас сразу пойдем на кассу, по-быстренькому мы заплатим. Ну и это еще не все. Мы продолжаем нашу поездку. Надо будет заехать в еще один магазин. Ну вот, как видите, мы взяли масло, баклажан один и две упаковки клубники.
Ну вот, все заплатила, сейчас жду чека своего. Ну вот, мы направляемся к машине, ну и продолжаем нашу поездку в следующий магазин. Ну вот, мы подъехали к магазину Фрешка, сейчас припаркуемся и пойдем там докупим тоже опять-таки пару вещей буквально. В магазине прошлый раз не было, будем надеяться, что в этот раз будет. Ну вот сейчас направляемся в Фрешку, сейчас посмотрим эти все охотничьи колбаски, я за ними охочусь, но почему-то пока их не нашла. Ну вот пришла в отдел, вот смотрю, но почему-то их не вижу. Не знаю, то ли, может быть, их нету, то ли я куда-то не туда смотрю. Ну, а что теперь делать? Нету, так нету. Обойдемся уже и без них. Ну да ладно, идем дальше. Ну, думаю, в этих холодильниках еще тоже посмотрю. У них обычно, если что там по акции, что-то такое, они вот сюда тоже выкидывают. Но вот прошлась, посмотрела, здесь тоже нету. Ну, не знаю, в общем, нету так нету. Ну, вот что-то мы увидели, у них тут Tostitos по акции на этой неделе в этом магазине.
Ну вот сейчас под тоститос это кукурузные чипсы. Ну это они делают с них лепешки, потом их высушивают, получаются такие как чипсы. Ну вот решила взять пару упаковок, пускай лежать кушать не просят, но очень удобно, если там начо сделать что-нибудь такое вкусненькое. Ага, ну вот я их тут и нашла. Ну вот, в принципе, все. Идем сейчас на кассу. Вот он нам еще сумки собирает. Там все, в общем, куча всего разного. Вот. Ну, в итоге, что мы взяли хлеба. Достаточно много, 3 упаковки. Ну и пару кульков этих тоститос, чипсов. Ну вот, все нам это вышло. $12.64. Ну, а мы, наконец-то, уже будем направляться домой. Ну, дома я вам покажу конкретно, что купила. Правда, все у нас вот мы в сумку скинули. Цены я вам уже озвучу. Ну, продукты покажу. Вот купили мы, значит, лепешек с собой. 3 штуки, 3 упаковки. Купили, ну, это для дома. Купили 2 упаковки тостица чипсов. Ну, это все купили во фрешку. Все вышло нам $12.64. Ну, это уже снов рилс продуктового магазина. Взяли мы баклажан. Там же взяли пару упаковок клубники. Взяли там же масло 3-литровую банку или канистру. А, ну вот бананы, это уже с Walmart. В итоге мы взяли 4 связки бананов. Взяли шоколадные плитки, это молочный шоколад с привкусом апельсина и, конечно, взяли шоколад молочный с лесным орехом. Ну, взяли с собой в поход, значит, такую пасту, это с маслом и со специями, а это феттучини Альфредо. Ну и, конечно же, взяли 3 упаковки мюсли шоколадок с собой, вот, разных. Ну, в принципе, и все. Ну, на этом я буду заканчивать свое видео. Если вы не подписались на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь. Ну и до новых встреч. Ставьте лайк.